Я Максим Кудымов, занимаюсь сольными выступлениями в жанре стендап с 2006 года, шутками юмора во всех возможных ипостасях. И довольно давно уже знаком с Алексеем Ярцевым, который в московской стендап-тусовке известен как выдающийся очень человек, организатор стендап-мероприятий и как, собственно, выступающий юморист, активный комедиант, который умеет делать стендап и умеет собирать людей на стендап-шоу, которым это действительно интересно. Очень сложно сделать в Москве действительно интересное стендап-мероприятие, на которые придут люди, которым интересно слушать стендап. Леша делал такие шоу в многих заведениях, в Лайпап, например, я сам в них участвовал. Действительно интересные события, которые собирают, пожалуй, лучших московских стендаперов, таких как Николай Куликов, Кирилл Светлов, Виктор Комаров и даже порой меня назвали. Но я мыл сцену после того, как ребята выступали. Собственно, и Леша сам тоже выступал там. Довольно хорошие отзывы получил это мероприятие в тусовке в московской стендаперской. В общем, Леша действительно тот человек, который знает многое о стендапе, который может много рассказать и, самое главное, много научить. Леша такой представляет школу интеллигентного юмора, которая понятна большинству аудитории и действительно интересно его слушать. Но самое главное, Леша может повести за собой, и многие стендаперы, которые очень щепетильно относятся к тем мероприятиям, на которых они выступают, зачастую отказывают, но вот, насколько я знаю, Леша еще никто не смог отказать, хотя он до сих пор не женат. Поэтому, когда лично мне приходит от Леши приглашение поучаствовать в каком-то мероприятии,